Таэль наделил неупокоенных лучников способностью чуять живую плоть. Им не нужно видеть своих жертв. От их всепроникающего взора не спасают никакие преграды. Лучники обнаруживают живых сквозь камень, дерево и даже сквозь землю. И когда жертва попадает в прицел, они уже не промахиваются. Неупокоенные стражи некогда были личными телохранителями короля Юстиниана IV. Закованные в сверкающую, изукрашенную броню, изготовленную лучшими мастерами Вестмарша, эти доблестные и опытные воины не оставляли монарха ни на минуту. Однако самой яркой деталью их облачения были щиты, которыми стражи закрывали короля в минуту опасности. Выбор. Представители многих старейших родов Вестмарша держали у себя свору охотничьих псов. В руках жнецов эти животные от природы покорные, после своей смерти превратились в ужасных монстров. Теперь они ведут за собой стаю меньших псов и преследуют жителей Вестмарша. Не хочу даже описывать, что они делают с телами своих жертв. Возник словно из ниоткуда, груда вздувшейся плоти, которая бесшумно парила над землей. Когда я наконец-то его заметил, то уже не смог сдвинуться с места. Меня парализовал кошмар происходящего. Я опустил голову и увидел, что вокруг моих ног обвили щупальца темной энергии. Только тогда я осознал, что меня удерживает на месте не ужас, а магия Серафима. Самые гадкие летучие мыши этого мира населяют пещеры вокруг Вестмарша. Мы с помощником укрылись в одной из таких пещер, чтобы привести в порядок мои многочисленные записи. И в этот миг гнусные твари выпорхнули из темноты и изорвали в клочья несколько свитков. Бедный наш мир. В тот вечер он навсегда лишился бесценной мудрости. Ты ведь умеешь драться, правда?
Это же тот самый герой из «Бастиона». Как ты сюда попал? Ты спас меня. А я ему помогала. Ты забрала мой меч? По-моему, теперь мы в безопасности. Теперь-то ты вернешь мой меч? Нет. Ты иди вперед, а мы будем драться. Мои знания растут. Отступает! Падшие ангелы Малтаэля принесли в Вестмарш смерть. Они подняли из мертвых павших городских защитников и собрали из них армию жнецов. Когда-то эти солдаты защищали нас, теперь же стали палачами, вырезающими все живое на своем пути. Меня не остановить! Посмели напасть на меня? Хотя эти жнецы вооружены опасными мечами, но их щиты, усеянные бритвенно-острыми шипами, представляют еще большую угрозу. Всего один удар такого щита способен полностью выпотрошить жертву. Он был создан не для защиты. Его цель — кромсать, калечить и убивать. Свет!
печень! Держи его! Умоляю, помоги мне! Они держат моих родителей наверху! Его убили. Мама, где Мия? Я вывела ее через потайную дверь за книжным шкафом. В этот проход? Там же полно бандитов, а то и кого похуже. Пойдем, Мия. Мама так обрадуется, когда увидит тебя живой и здоровой. Еще на шаг ближе! Thank you.
Мне до сих пор непонятно, как болотники научились мастерить такие хитроумные капканы. Немногочисленные умственные усилия этих существ направлены на убийство и пожирание жертв. И должен признать, что в этом болотники достигли превосходных успехов. Возможно, мне стоит на ночь выставлять один из этих капканов у входа в палатку. Обернулись для меня неприятным приключением. Я нашел труп чудовища у дороги на Вестмарш. От останков исходило столь немилосердное зловоние, что моего помощника дважды стошнило на мой любимый походный плащ. Пятна в конце концов удалось вывести, но инцидент надолго выбил меня из колеи. Ничто не спасет. Вы посмели напасть на меня? Сколько золота? Наконец-то! Достойный противник! Thank you.
Я не перестаю задаваться вопросом, насколько велика собственная сила Адрии без помощи Диаблу. Судя по созданным ей кровавым големам, ее магия чрезвычайно опасна. Эти поедатели плоти, созданные из земли, камня и крови демонов, они пожирают человеческую плоть, чтобы больше походить на нас. Надеюсь, их планам не суждено сбыться. Адрия создала этих големов из протухшей воды и нечистой земли кровавого болота. А кровь, желчь и яд обитающих там существ напитали их жизнью. Кажется, что зеленая трава, переполняющая чудовище, вот-вот разорвет его кожу и зальет все вокруг. Ну как вам это? Это только разминка. Только разминка. Вот твоя смерть! Меня не остановить! Только разминка. Я обнаружил загадочный древний фолиант, на страницах которого описывается нечто невероятное. Тайная история нефалемов, или расы богов и их исчезнувшей цивилизации на Западе. Если это правда, то почему они не оставили после себя никаких следов? За исключением этой...
Героям свойственно умирать. Я сделала для этого все возможное. Он всегда возвращается. В глубине души ты и сам это знаешь. Пора возвращаться. Наш герой никогда не сидит без дела. Все время в заботах. Иногда я сам себя восхищаю. Существам, населяющим Пандемонии, часто приходится идти на хитрость, чтобы выжить в его невыносимых условиях. И падальщики – отличный тому пример. Зарываясь под землю, они обрастают камнями и появляются на поле боя в массивной броне, одни размеры которой – Нефалет, сюда! В старых документах Декарда Каина я нашел описание тварей Пандемонии. Этот мир поразил его до глубины души. Мы нашли дверь, но мы не можем чинить... Я не готов. Оружие.
все готовы и благородны. Могила вас заждалась. Странствуя по Пандемонию, стоит не только оглядываться по сторонам, но и внимательно смотреть под ноги. Ведь под землей роют ходы туннельщики. Чудовища с огромными челюстями. В любой момент один из них может вылезти на поверхность и схватить зазевавшуюся жертву. И мои друзья-герои часто спрашивают меня, почему я отсиживаюсь в крепости. Видели бы это мои учителя. Иногда я сам себя восхищаю. Пора возвращаться. Прекрасно. Здесь ты вы... Спасибо, что заглянул. Здесь тебя ждет множество поручений.
Анархи были самыми близкими советниками Малтаэля, и его падение затронуло их до глубины души. Они лишились сияющих крыльев и былой рассудительности и превратились в злобных, жестоких существ, чьим неистребимым желанием является уничтожать все живое. Прежде эти чудовища были самыми гнусными и отвратительными преступниками во всем Вестмарше, томящимися в самых дальних и темных застенках городских тюрем. Каждый из них был отъявленным мерзавцем, безжалостным убийцей, погубившим бесчетное число мужчин, женщин и детей. По смерти Малтаэль облёк их в новую форму, которая выражала всю гибельную природу их бессердечных душ. Так эти преступники превратились в идеальное орудие убийства и стали по праву называться палачами. Подумать, что я стану настолько силен.
Иногда я сам себя восхищаю. Вот твоя смерть! Не подходите к нему. Это должен сделать я. Пусть смерть избавит тебя от безумия, Леорик. Как ты осмелился осквернить мой свет теплом жизни? Тебе конец, отродье тьмы! Чувствую в себе новую силу. Назад закарумские первосвященники из Кураста провозгласили Леорика королем Хандараса. Он был прекрасным правителем до тех пор, пока Диаблу не лишил его рассудка. Леорик погиб от руки своего преданного рыцаря Лахданана. Впоследствии Диабло воскресил Леорика из мертвых в облике короля скелета. Но его убил Айден, родной сын монарха.
Наверняка кому-нибудь нужна наша помощь.
Может, мне пойти погулять? Зло не дремлет, и мы не должны. Обо мне еще кто-нибудь помнит?
Пока мы медлим, тьма становится сильнее. Я зря трачу время.
Я не могу следовать за тобой, если ты никуда не идешь. Мы только что прибыли в Тристрам. Должен признаться, я несколько разочарован. В этой глуши только крестьяне до развалины древнего монастыря. Королю Хандараса не подобает жить в таком месте. Мне совершенно непонятны мотивы Лазаря, так рьяно настаивавшего на том, чтобы перенести столицу в этот город. Могила вас заждалась. Сегодня я стал свидетелем очень странного ритуала, проводимого сектантами. Один из них стоял недвижим, пока другие вонзали в его хребет длинные клинья. При этом он не погиб. Скорее наоборот, его тело словно наполнилось силой тьмы. Мне никогда не доводилось видеть столь чудовищного обряда. Ну как вам это? Обучение крестоносцев закончилось, а Кан отправил их в Большой мир с миссией найти способ избавиться от порчи, которая поразила самую суть веры Закарума. У них не было никакой четкой цели, и поэтому многие духовники считали этот поход глупым и бессмысленным. Но ничто не могло остановить этих крестоносцев. Thank you.
что, не ждали? Мои знания растут. Ну как вам это? Вот с ними и покончено. Могила вас заждалась.
Видели бы это мои учителя. Наши враги сильны, но мы не сдадимся! Видели бы это мои учителя. Это мне не помешает. Мои знания растут.
Я слышу вдалеке какой-то шум. Приветствую тебя, дорогой читатель. Меня зовут Абд Аль-Хазир. Я путешественник, ученый и исследователь. Я много странствовал по миру и собрал множество знаний о его самых удивительных обитателях, часто подвергая себя смертельному риску. К примеру, недавно в Хандарасе в мой шатер пытались забраться игласпини. Я кинул в них сапогом, и они убежали, но другому на моем месте могло повезти меньше. В этих записях я поведаю миру о всех своих приключениях. Падальщики — гнусные, жалкие создания. Они питаются трупами животных и изгнившими останками, которые не привлекают других плотоядных. Как-то мне повстречался один оборванец, который утверждал, что ему удалось приручить одного падальщика, и тот стал приносить ему крупных крыс для пропитания. Уверен, однако, что это пустая выдумка. Вы посмели напасть на меня? Некоторое время назад я обнаружил, что Хазра или Козлоногие были людьми, пока их не постигло проклятие магов Визджерей. Долгие годы эти существа вели спокойный и достаточно пассивный образ жизни. Но внезапно все закончилось. Мы без конца слышим об их бесчинствах и множестве загубленных ими жизней. Я проследил за полетом летучих мышей и нашел их гнездо. Оно меня поразило. Это живое существо. А точнее, старый нетопырь, исказившийся под действием каких-то темных чар. Уже не приходится сомневаться, что эти существа попали во власть демонических сил. Невероятный подвиг! Пора возвращаться.
Твои деяния. В Колдей. Выстоишь ли ты в этом? Не нравится мне все это. Мне не хватает энергии. До того, как Малтаэль стал служить злу, некоторые из его мудрецов достигали высочайшей степени просветления и получали титул экзарха. В отсутствие Малтаэля эти достопочтенные стражи хранили чашу мудрости. Они же последними покинули небеса после исчезновения своего повелителя. Говорится, что демоны ужаса – непобедимые противники, кошмарные порождения дьявола. Они возникают из тени, чтобы принести страдания своим жертвам, а затем также бесследно исчезают во мраке. Один Харадрим, которому довелось увидеть подобное чудовище, лишился рассудка и до конца своих дней истошно кричал и пытался выцарапать себе глаза. Иногда я сам себя восхищаю. Не ждали? Мне нужна энергия. Впервые встретившись с Воскресителем, я подумал было, что легко его одолею. Но по мановению его руки земля начала светиться. Из этого призрачного сияния восстали скелеты людей и животных и ринулись на меня. Могила вас заждалась! Это возьму. Иногда я сам себя восхищаю.
как вам это? Видели бы это мои учителя. Темные берсерки считаются слабыми демонами, но и они намного сильнее любого человека. Мне удалось обнаружить в соборе свитки с темными заклинаниями, начертанными архиепископом Лазарем. С их помощью можно призвать этих демонов. Уповаю на то, что никто не переписывал свитки. И страшное знание будет утрачено навеки. Пора возвращаться. Моя доблесть. Есть у меня пара новых штучек, которые могут тебя заинтересовать. Хочешь найти больше золота? Возьми с собой вора. Thank you.
Ты не соскучился по мне? Ни капельки? Когда добродетель мешкает, порок усмехается. Я вовсе не такой мерзавец, каким кажусь. Стой! Куда же ты?